«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. И полезная информация на перспективу. Появилась уникальная возможность проследить весь боевой путь близкого вам человека и тех воинских частей, в которых он служил. 2 года назад по поручению президента страны Владимира Путина началась работа по формированию единого интернет-портала «Память народа». Сейчас этот портал заработал и открыл свободный доступ к огромному архиву с данными советских военнослужащих и узников концлагерей. Пользоваться порталом очень просто. Введите в поисковой строке фамилию, имя и отчество человека, которого ищете. Нажмите кнопку «Найти». Поисковая система выдаст все результаты, отвечающие запросу. Можно уточнить поиск, указав для этого источник информации. Наградные документы, донесения о безвозвратных потерях, документы госпиталей и медсанбатов. Десятки тысяч россиян благодаря порталу узнали о том, как и где воевали их родственники, и не только россияне. Запросы на портал поступают из 213 стран. За 3 последних года на портале побывало более 58 миллионов пользователей. Так что смело заходите на портал «Память народа» и узнавайте боевую биографию своего героя.